Ирина Часова с гордостью показывает свой двор на Куйбышева 129. Всю эту красоту женщина создала своими руками. Крупные розы, фонтан, качели и даже небольшой бассейн для малышей уютно расположились за зеленой оградой. Сами придумали, хочется. Мечта была сделать вот так, давайте. У нас рыбки жили круглый год в этом водоеме. Но сейчас уже возраст не тот, чтобы за ними ухаживать. Мы завели, развелись фонтан. В этом году поставили детям бассейн. Нашли такой, который влезает в нашу маленькую территорию. И дети с удовольствием бегают и купаются там. Зеленый уголок среди бетонных стен претендует на победу в конкурсе по озеленению, благоустройству и цветочному оформлению, объявленном в Самарском районе. Цветущий Самарский район. Десятки жителей, а также организации и предприятия соревнуются в умении создавать красоту. За победу в конкурсе участников ожидают призы, хотя сами жители признаются, получить награду для них не основная цель. Мы старшее поколение, наверное, мы так вообще-то воспитаны, стараемся, в общем-то, им молодых к этому подключать, что если не мы, то кто? И поэтому нам не сидится на месте, нам хочется двигаться. А это уже Ленинградская 48. Здесь кропотливыми руками активных жителей высажены десятки клумб с цветами. Петунии, тагетисы и герань радуют глаз ярким красным, сочным желтым и нежным сиреневым. С каждым днем в Самарском районе становится все больше дворов, где жители создают комфортные условия для самих себя. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.